Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Volkswagen Jetta. Ремонт, небольшой ремонт переда. Итак, установил машину на колодке. Теперь смотрим основные повреждения. Основные повреждения — это полка крыла и передняя дверь, которую помяли, я так понимаю, когда открывали об крыло. Ну что, начинаю ремонт. Ну и первым делом все измерю. Для начала я замерю расстояние между креплениями усилителя бампера и затем на машине. Потом померю по высоте лонжероны и диагонали. Итак, как видите, по высоте лонжероны стоят одинаково, а вот расстояние между лонжеронов чуть больше, чем надо. Поэтому я буду их сводить. Ну что, лонжероны стянул до размера, по высоте они не изменились, поэтому начинаю ремонт вот этого места. Здесь все в порядке, складываю потихоньку перед. Теперь приступаю к ремонту двери и затем только буду собирать все остальное. Чтобы сделать дверь, я прикручу крыло, чтобы узнать границу контура. Сколько куда мне постукать. Ремонтировать дверь буду при помощи споттера и молотков. Итак, дверь сделана, скручиваю перед. Установил крыло, капот, и тут уже были неожиданности. Зазорчик плохой, согнута петля капота. Вытягиваю ее.
зазор вытянул, перед весь скрутил, и на этом работа с металлом закончена. У меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!